Всем привет! Рассмотрим педаль Boss OC3 Super Octaver. Данная педаль предназначена как для электрогитары, так и для бас-гитары. Давайте посмотрим переднюю панель. На передней панели располагаются регуляторы. Первый отвечает за громкость, второй за уровень октавера и третий в зависимости от того, в каком режиме будет находиться четвертый переключатель. Если в режиме драйв, то третий переключатель отвечает за уровень перегруза. Если в режиме октав, то отвечает за уровень октав 2. И если в третьем режиме, отвечает за range. Вход для подключения гитары, вход для подключения бас-гитары, выход для подключения к комбику и выход необработанного сигнала. В данном видео мы используем комбо Bugera 333XL, снимаем звук микрофоном Shure SM57 и играем на гитаре Gibson Les Paul. Давайте послушаем чистый звук комбика. И теперь в режиме драйв. Добавим перегрузу. Давайте послушаем второй режим. Послушаем третий режим.